Как вам сегодняшний матч? Я думаю, так же, как и вам, очень приятно находиться в такой дружной атмосфере. Праздник в память выдающегося футболиста. Мне, конечно, не удалось им поиграть. Вот. Многие здесь причастные, они знали его и играли вместе. Я так как в составе «Спартака» играл и чуть-чуть этим проникся. Поэтому очень приятно находиться. Много друзей встретили. Приятно, наверное. Ну, естественно, с кем раньше играл, с кем раньше играл, да. Плюс болельщиков приятно было увидеть. Против «Динамо» все равно принципиальное противостояние, несмотря на то, что матч товарищеский, можно сказать. Да, конечно, любая игра у «Спартака» только должна быть победа. Тем более болельщики сегодня поддерживают отлично. Не вообще, в принципе, «Спартак». Как вообще именно матч, то есть память Федора Черенкова, он был, может быть, вашим кумиром в детстве? Что можете вспомнить о нем? Не, ну это, наверное, не так достал, конечно, как предыдущее, ну, будущее потом, да. Там, поколение, как Юран, там, Олинч, Титов, это да. Ну, естественно, я видел и смотрел, да, уже в осознанном возрасте, уже понимал, что за глыба в футболе. Из современных российских футболистов кого-нибудь можно сравнить с Федором Федоровичем? Нет, сейчас, я думаю, пока нет. У каждого, конечно, свои качества хорошие есть, но на данный момент я пока не вижу. Некоторые говорят, что Алексей Батраков чем-то похож по стилю игры. Ну, может быть, сейчас, потому что он молодой, такой дерзкий, все хорошо проявляется, если там сыграет на протяжении там, 10 лет так же, то тогда можно будет о чем-то говорить. «Спартак» в этом сезоне нравится Станковича? Я не все матчи смотрел, но периодически где-то хорошие матчи, где-то не особо. Что, за чемпионство бороться шансы? Ну, это обязательно, но учитывая, что они взлетают, падают, я думаю, что будет тяжело, потому что должна быть какая-то стабильность. Пока стабильности хватает. Но может зимой, после зимней паузы? Ну, это посмотрим, время есть еще.